Привет всем! Вы на канале Просто Детки, и у нас сегодня обзор замечательной игры из серии «Поиск предметов», которая называется «Записки искателя». А в этой игре совмещено многое, то есть и три в ряд, и там разные пазлы, головоломки, то есть и поиск предметов, поэтому она очень красивая, одна, наверное, из лучших в своем жанре. Давайте же с ней знакомимся. Как видим, здесь огромное множество локаций, просто неимоверное. И у нас вот какая-то статья в газете, да? А кто стоит за проклятием? Никто не может покинуть город. Здравствуйте, вам нужна помощь? Как вас зовут? Представиться. Я не буду оригинальный, как всегда. Надеюсь, так можно. Ага, нельзя. Значит, так, я думаю. Выбираем себе аватар. Так. Почему всегда женские аватары намного красивее, чем мужские? Ладно, выберем такой. Дарквуд окружен призрачным туманом, поглотившим все дороги. Вы первый человек, попавший в город после наступления проклятия. Как вы здесь оказались? Не помню. Я совсем забыла представиться. Меня зовут Хелен, и я помощница мэра Смолкита. Я должна предупредить вас, что после того, как проклятие поразило наш город, в Дарквуде начали происходить необъяснимые события. Некоторые вещи бесследно исчезают. Я сейчас за поисками ключа от кабинета мэра. Не могли бы мне помочь? Ха? Вот кафе. А что, он его в кафе потерял? Сложность новичок. Можно найти клубок ткани, вот трость и какой-то там портфель или что-то такое. Давайте искать. Это будет стоить нам 7 энергии. Можно получить опыт и монетки, да? Между исследованиями читайте дневник. Это поможет вам отслеживать там что-то. Это список предметов, которые надо искать на сцене. Саквояж, арбуз, солнце и торт. Понятно. Так, вот саквояж. Вот вижу арбуз. А в правом нижнем углу расположены инструменты. Они облегчат нахождение скрытых предметов. Для примера воспользуйтесь моноклем. Вот солнце, да, такое, догадался. Можете увеличивать изображение, чтобы эффективнее искать предметы. Попробуйте прямо сейчас и найдите стрекозу. Для этого поднесите пальцы к экрану, а затем разведите их в стороны. Не получится, потому что я играю на компьютере. Я сейчас, конечно, попробую что-то придумать. Как видите, получилось. Так, тортик. Тортик. Вернитесь в изначальное положение. Отыщите оставшийся в списке предмет самостоятельно. Но я этот арбуз с самого начала увидел. Мне его сегодня не дают никак взять. Вот, отлично. Получается, новичок — это только треть этого задания, да? Мы еще должны будем сюда вернуться, наверное, на эту локацию два раза. И тогда будет уже не новичок. В общем, разберемся совсем по ходу. Так. Первое наше задание. И что, сразу второй уровень уже персонажа. Поздравляем, вы достигли уровня 2. Энергия восстановлена. Получена награда рубин и максимальная энергия плюс 5. И теперь доступен кабинет мэра. Нашли от него ключ. Невероятно, вы нашли ключ от кабинета. Разрешите проводить вас к мэру Смолкиту. Если кто и сможет помочь вам, так это он. Я сейчас кому-то помогаю, а не он, да? А что со мной? И что это за место? Газета? Откуда она появилась? Почему я не могу вспомнить ничего? Очнувшись в загадочном городе, единственным моим желанием было поскорее вернуться домой. Но попытка уйти отсюда ни к чему не привела. А куда бы ни вела меня дорога, она приводила на то же самое место. Меня нашла приятная девушка Хелен, помощница мэра. Тогда она мне рассказала, что я нахожусь в проклятом городе Дарквуд. Проклятие окутало Дарквуд и не дает никому покинуть его. Почему именно мне было? Пока все, да?
Ладно. Идем в кабинет мэра. Закрытая локация. Открываем ее ключом. Опять же, здесь можно найти вот солнышки, там клубки и так далее. Локация открыта. А, так, ну что ж, приступаем. Ой-ой-ой. Прикольно. Вот это уже весело. Какой ужас. Мэр смолкет без сознания. Прошу вас, помогите найти что-нибудь, что приведет его чувство. А, получается, нам нужно найти цилиндр, веер, колокольчик, маску, пишущую машинку и чайник. Ух ты. Ладно, попробуем. Одну минутку. Так, ой-ой-ой, перо. Как, кстати, что-то тяжело, слушайте. Пишущая машинка. Вот внизу есть маска, колокольчик. Ох. Вот маска, цилиндр, где цилиндр, вот сверху цилиндр, веер тоже вижу, а колокольчик, вот это проблема, конечно, и чайник, вот чайник стоит, так, где колокольчик, кто знает, так вот, колокольчик, как же он выглядит, колокольчик, колокольчик, вот что-то блестит. Нет, это не то, что мне нужно. Даже не знаю, колокольчик. А время тикает-то. Вот на чем-то одном застрянешь, и все. Часы. Я не знаю, как он выглядит, этот колокольчик. По идее, где-то на столе должен быть. Ведь для того он и колокольчик, чтобы в него звонить. Не, я не знаю, честно. Может... помощь. А, вот он стоит, прямо перед носом, слушайте. Конечно, была найдена какая-то волшебная шкатулка, в которой будет, наверное, зелье, что привести в чувство мэра. И в самом деле, нюхательные соли крайне эффективны. А, пожалуйста, приподнимите голову мэра, я дам ему вдохнуть аромат солей. Пройдено. Благодарю вас за спасение мэра Смолкета. Я позволила себе рассказать ему о вас. И теперь мэру Смолкету не терпится познакомиться с вами. Хорошо. Позвольте представиться, я мэр Дарквуда, Феликс Смолкет. Не успели вы появиться в городе, как спасли меня от человека в маске. Спасибо большое. А кто это? Это преступник, скрывающий свое лицо за маской. Он совершенно неуловим. Поверьте, его сердце так же холодно и жестоко, как и железо его маски. Но что это у вас? Карта? Разрешите взглянуть? Конечно. Откуда у меня карта? У вас очень занятная карта. Она напоминает мне древний артефакт, который принадлежал героям Дарквуда, первым искателям. Если вы умеете управляться с картой, то это может говорить лишь об одном. Луч надежды прибыл в наш город. Возможно, вы искатель. Искатель? Должность искателя существовала еще со времен основания Дарквуда. Говорят, не каждый может стать искателем, но каждый искатель может найти золотое солнце. Исследуйте кафе, чтобы найти его, да? Ладно. Вот оно, золотое солнце, мы его уже видели. Так, что, сразу время начинается? Лебедь, торт, синица, саквояж, ананас, шляпа, вот саквояж. Так, ананас где-то был, арбуз на месте, на том, на прошлый раз был. Синица, кошелек, торт, лебедь. Так, торт тоже на своем месте. А лебедь вот сверху вижу. Так, шляпу пока не вижу. Ананас вижу. Пак повара и шляпа, ух ты. Так, вот колпак повара. Вот синица прям перед глазами. Кошелек и шляпа еще остались. Вот, кстати, солнышко там. А кошелек и шляпа. Кошелек лежит.
Ляпа тоже вот. Было довольно-таки просто. Как видите, хорошо, что вот эти предметы, которые в прошлый раз здесь, я их уже чуть помню, там торт, допустим, арбуз и так далее, саквояж, они на своих местах до сих пор. Соответственно, мне их проще находить уже, когда я захожу на эту локацию еще раз. Я не знаю, вам действительно удастся найти золотое солнце, символ первого искателя. У вас, несомненно, талант. Но хотелось бы понять, как вы попали в Дарквуд и почему потеряли память. И вот какая-то коллекция собирается уже. Достигнут третий уровень, открыта станция. Хорошо. Нам приходится быть осторожными. Проклятие не только изолировало город, но и создало благоприятные условия для преступников. Нам никак не удается выследить человека в маске. Он не оставляет следов. А решите головоломку ларец, чтобы найти предмет. А вот и головоломки, да? То есть здесь уже три в ряд у нас миссия. То, о чем я говорил. Будет еще много разных миссий, каких предстоит нам узнать. Передвиньте камень к двум другим камням того же цвета, чтобы собрать ряд. Так, ну, это все понятно. Передвиньте камень к трем камням того же цвета, чтобы получить полосатый камень. Рыжий-рыжий полосатый, да? А соберите ряд с полосатым камнем, чтобы его активировать. Это все понятно. А вы отлично справляетесь. Соберите камни таким образом... соберите таким образом все оставшиеся камни, указанные в цели. Хорошо, это все, я думаю, вообще не проблема. Теперь соберем их вместе вот так вот, и получится большой взрыв. Так, осталось 5 камней, и все. То есть, время 3 минуты, а я, по-моему, вообще его прошел очень быстро, да? Так, а тут всего лишь 20% у нас. Хорошо. Пока эти первые миссии довольно-таки простые. А что вы нашли? Хм, кажется, это карта преступника. Давайте изучим ее. Возможно, с ее помощью удастся раскрыть планы человека в маске. Ого, это что такое? Это карта его. А где здесь планы? В общем, ничего не понял. А заходите в игру ежедневно, за каждые 5 дней вы получите одну из 5 уникальных частей для сбора талисмана «Страж времени». Талисман дает превосходные бонусы на продолжительное время. Понял. День первый. 5 энергии. Хорошо. Как бы, если вам понравится эта игра, если будет желание видеть обзоры по ней и дальше, то я буду часто ее записывать, мне такие игры очень нравятся. А человек в маске умен. Он использовал магическую карту. Все его метки исчезли, но теперь мы знаем, что нападение на мэрию лишь часть большого плана. Что же он задумал? Исследуйте кафе, чтобы найти следующий предмет, да? Отлично, я здесь уже более-менее хорошо ориентируюсь. Продолжим. Пока без до сих пор у нас сложность новичок на этой локации. Так, а теперь вам нужно отыскать все предметы из списка, пока не истекло время. Понял. Кошелек, шляпа, ананас, торт, колпак, повара и синица. Кстати, синица я уже не вижу здесь на парапете. Она уже, значит, в другом месте. Может, и остальные вещи поменяли местами, ладно. Кошелек на месте, ананас тоже. А, так, торт не на месте, шляпа вот здесь есть. А, уже куда-то передвинули торт, да, я думал, все вместе. Колпак повара тоже здесь. Так, дальше, вышивка, лебедь, синица, саквояж, ананас. Саквояж стоит тоже. Так, синица вот сидит. Лебедь, где же лебедь был? Вышивка и лебедь. Вот вышивка, интересно. Вышивка, вышивка. Выглядит эта вышивка. Вот это может. Лебедь вижу, хорошо. Вышивка — это проблема. Я просто не знаю, как она выглядит здесь в игре. Придется так вот поклацать на карте. Вышивка, вышивка. Это, конечно, жесть. Но где же она есть, вышивка? А, караул. Я не знаю, вышивка.
Вот смотрю везде, и так сразу в глаза не бросается даже. Меню разные там. Может, все-таки подсказку пока взять. Ладно, возьму. Вот она на стуле. Блин, везде клацал, а туда не клацал. Получили новый ранг в локации кафе. Поднимайте ранг, чтобы получать больше наград. Теперь ваш ранг любитель. Энергия плюс 10. Хорошо. Да, плохо, когда вот не знаешь, как предметы выглядят. Тяжело их найти. Когда уже знаешь, что пропустить их практически нереально. А, смятая страница. Давайте посмотрим, что на ней. Эта страница из довольно распространенной энциклопедии. Но на полях есть рукописная надпись. Реестр номер 185. Это же реестр опасных артефактов. Теперь понятно, зачем человек в маске напал на мэрию. Он искал реестр артефактов. Надеюсь, он не успел его обнаружить. Вы даже не представляете, какие необычные артефакты хранятся в Дарквуде. А нам нужно исследовать кабинет мэра, чтобы найти предмет. Так... Кабинет мэра, я помню, тяжело здесь мне было что-то искать, да? Так, что время уже сразу пошло. Колокольчик я уже помню где. А, веер есть. А, так, чайник уже передвинули куда-то. Так, бабочка. Яйцо Фаберже. Так, это чайник, вот где его передвинули. Яйцо Фаберже, пишущая машинка, где она вот там стоит. Цилиндр, маска и трубка. Так, трубка. Угу. Маска на месте. А цилиндр тоже на месте, там где был в прошлый раз. Осталось трубку найти. Это трость, это не трубка. Пистолет. Ого-го. Так, трубка. А, вот трубка, все, увидел ее возле... входа во вторую часть кабинета. В этот раз попроще немного мне было, потому что я уже предметы более-менее с прошлого раза помню. Здесь дальше еще проще будет. А вы нашли нужный реестр, но он почти полностью сгорел. Это дело рук человека в маске. Видимо, он нашел нужную информацию и решил уничтожить документ. Так... У нас коллекция уже почти собрана какая-то, кстати. А человек в маске всегда опережает нас на один шаг. А теперь он займется поисками нужного артефакта. А нам остается лишь ждать, что он предпримет. Но может он оставил еще какие-нибудь следы? Решите головоломку ларец, чтобы найти предмет. Давайте. Это мы запросто три в ряд. Так, соберите L или T комбинации из 5 камней, чтобы получить бомбу. Отлично. Теперь соберите ряд рядом с бомбой, чтобы ее активировать. Ух. Обратите внимание, что бомба взрывается целых 2 раза, а если одну бомбу соединить с другой, то взрыв будет еще больше. Это отлично, что 2 раза взрывается, да? Так, хорошо. Нет особо времени сильно думать, как лучше ходить, поэтому вот постараюсь сейчас просто быстренько завершить эту миссию. Все. За 21 секунду справился. Какой жуткий знак. Я раньше не встречал такого. Думаю, это предвестие будущих злодеяний человека в маске. Он не прекратит творить зло, пока не будет пойман. Это энергия, необходимая для исследования сцен и решения головоломок. За этот промежуток времени энергия восстанавливает 1 единицу. А, приобрести монету можно в банке. Кто бы сомневался, да? Извините, вам пришлось помогать в расследовании, несмотря на то, что вы сами нуждаетесь в помощи. Как же вас угораздило попасть в Дарквуд? Может, шлем Зари вернет вашу память? А соберите и обменяйте коллекцию, чтобы получить предмет.
А, вот у нас уже все есть, да? Хорошо. И что? Поздравляем, вы собрали коллекцию. Награда, монетки, вот еще что-то. Какие-то предметы. Шлем Зари помогает заглянуть в прошлое и будущее. Но все, что мы в нем увидели, это призрачный туман. Что это? Вдали сквозь туман пробивается слабый солнечный свет. Это еще один знак того, что вы и есть спаситель города, легендарный искатель. Так, ну что ж. Искатель, думаю, вам будет интересно посетить вокзал. А к сожалению, мне сообщили, что ключ от него пропал. Вам нужно отыскать ключ, чтобы попасть на вокзал. Вы найдете ключ от станции в кабинете мэра. Опять кабинет мэра. Ну что ж, приступим, пока не забыли, как тут все лежит. Ой, сразу же начинается все, да? Так, трубка, яйцо Фаберже. Ого, все поменялось местами опять. Так, чайник есть. Машинка пишущая. Галстук, бабочка, веер пока не нужен. Маска на месте. Киндер тоже пропал куда-то. Так, вот он теперь, веер. Трубка есть. Дальше. Колокольчик, галстук, бабочка, цилиндр, яйцо Фаберже. Колокольчик на столе. Так. Вот цилиндр. Рядом яйцо Фаберже. И остался галстук бабочка. Где галстук бабочка? Приблизить все. Что-то я пока не особо вижу так. А, вот на этой, на статуе. В принципе, тоже все нормально, да? Без особых сложностей. Вот опять какие-то предметы найдены, которые в будущем пригодятся. И ключик от вокзала. Поговаривает, что на вокзале каждый день под шум колес и свист труб из ниоткуда появляется поезд-призрак, а также бесследно, также бесследно исчезает. Видимо, проклятие воскресило призраков прошлого. Интересно, что же произошло? А на вокзале много лет назад. А, добрый день, искатель. Меня зовут Урсула Байрон. Я прямой потомок основателей славного города Дарквуд. О вас и вашем появлении. Жаль, что я сперва вы встретились с мэром, а не со мной. И у нас новый уровень. Рубины, энергия максимальная и так далее. Достигните 11 уровня, чтобы участвовать в акции «Зачарованный источник» и выиграть уникальные призы. Но это еще не скоро. А давайте выполним еще одно задание. А ваше назначение на такую почетную должность не может не радовать, ибо искателей у нас не было несколько десятилетий. Думаю, что вы сможете мне помочь, но об этом лучше поговорить в уединенном месте. Нужно обыскать станцию для начала, да? Открываем ее. Поздравляем, вы ее открыли. Хорошо. Но теперь тут будут новые предметы, которые будет тяжело искать. Давайте попробуем. Так, яблоки, ловец снова, мишка, флажок, пробковый шлеп, стеклянный шар. Ой-ой-ой. Шар есть, вижу. Яблоки тоже есть. Ловец снова, это кто? Где, как? Ой-ой-ой. Флажок, мишка. Так, флажок, мишка. Что-то я ничего не вижу. Вообще упор. Вон мишка вижу. Коньки. А, сейф. Так, сейф. Где сейф? Он же должен быть большим. Коньки вот тоже есть. А, ловец снов, да, точно. Птичья клетка. Тоже должна же быть не маленькая. Сейф. Голубь не нужен, нет. А, так. Сверху это что? А вот клетка птичья. Шлем, сейф и флажок. Так, надо, наверное, все-таки увеличивать. Сейф, как сейф выглядит. Кстати, увидел. Пробковый шлем. Где сейф? Кукла. Кукла мне не нужна. Сумка.
Так, пробковый шлем. Так, там какой-то ангелочек вон. А, вот сейф за этим, за игрушкой вот этой вот. А пробковый шлем, наверное, вот это. Все, разобрались. Не быстро, конечно, но новые локации, соответственно, новые проблемы. Хорошо, что вы подошли так скоро. После того, как появилось проклятие, на станцию мало кто приходит. А дело в том, что последний поезд уехал за пределы Дарквуда и более не вернулся. А что же произошло в этой игре дальше, мы уже узнаем из следующих обзоров. А если вам эта игра понравилась, как бы вы хотите в нее сами поиграть, то можете скачивать ее. Я оставил ссылочку в описании к этому видео, а кто не сможет найти. А также пишите, хотели бы увидеть продолжение на нашем канале или нет. Но если вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте делиться с друзьями, а также подписывайтесь и не пропускайте наши новинки. До встречи, оставайтесь с нами и предлагайте другие интересные игры для обзора. Буду вам за это благодарен.